Внимательно изучить все требования протестующих рабочих, соблюдая при этом их законные интересы, поручил Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании правительства. По его словам, недовольство трудовых коллективов растет, и важно выяснить причины. В Мангистауском регионе только в прошлом году прошли 90 протестных акций, из них 60 на почве трудовых конфликтов. И об этом рассказал аким области Нурлан Ногаев. По его словам, работники недовольны разницей в зарплате между сотрудниками дочерних организаций нефтяной сферы и частных подрядных компаний. Аким добавил, что многие компании задерживают заработную плату и не расширяют социальные пакеты. Президент страны подчеркивает, нужно выстраивать конструктивный диалог между профсоюзами и владельцами компаний, а положительные изменения разъяснять коллективам. При необходимости в регион отправят правительственную комиссию. Сам глава государства сообщил, что в марте отправится с рабочей поездкой в Алматы.